Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами Fortnite, королевская битва. Так, ладно, хорошо, давайте на крышу, быстрее. Так, все, и падаем сюда. Ой, тут... Отлично, ты видал? Ха-ха, вот это я, мастер-ниндзя Супер-Пупер. Он даже ни разу меня не попал, ребят. Просто его киркой завалил. Ах, тут еще, смотри, броня есть. Так, сразу надо выпить ее. Давай. Короче, если на вас кто-то нападает, то лучше воспользоваться, короче, киркой, если против вас кто-то с пистолетом. Потому что этот пикль... Во, вот этот пикль-то получше явно. Кто? Сюда еще кто-то идет. На, держи, отлично, еще один готов, ребят. Так, пока неплохо, пока мне все нравится. И он меня опять же ничего не отнял, потому что я был в броне. И это круто. Так, хорошо, где-то наверху я слышу... Этот, как его? Подожди, давай быстрей. Лестницу надо построить, во. Отлично, теперь... Подключаем, берем кирку и ломаем крышу, ломаем. Быстрее. Есть, отлично, во. Сундук, вот. Ух, хорошо, как тут всего много, и еще броня, ребят. Отлично, давай ее выпиваем, чтобы у нас было побольше с вами энергии. Ух, классно как. Хорошее начало, ребят, может нам повезет. Я поиграл не на запись эту игру, и знаете что? Максимум я доходил до второго. Топ-2, короче, я занимал, ребят. Так, где-то кто-то есть. Где-то кто-то стреляет или лазит. Так, мы с вами в зоне, это уже отлично. Так, давай поглядим, где там, кто там. Кто-то был, ребят, опять же в наушниках очень отчетливо слышно. Вон там чувак бежит, ага, вижу. Так, этот дом за... Так, этот дом залутали. Вон. Там бегает кто-то, видишь? Там кто-то бегает. Лишь бы сзади никто ко мне не подошел. Ах, вот это да, вот это он хорошо мне. Ах, все, да ты посмотри, с двух сторон, там один и тут один. Ну сейчас кто-то из них будет воевать между собой, ребят. Ох, тот мне хорошо, конечно, отнял. Жалко, опять же, а. Ты посмотри, двоих я убил. Так, кто вот по мне там стрелял? Я не видел просто, я вот видел этого врага, но я почему-то был уверен, что больше никого нет. Ах, ладно, давайте сейчас вернемся. Самое обидное то, что, ребят, говорю, что я вот до этого играл не на записи. Ну, я играл в паре, правда. Тут можно играть вдвоем, вчетвером. И мы играли в паре. Но моего напарника быстро убили, и он там умер как-то, не знаю. Вот, а я дошел до 5-го места. Против меня было две команды. Две пары, получается. Вот, а я был один. Вот, я одну пару уничтожила, одна пара меня, короче, уничтожила, и они потом между собой еще. Ну, 6 пар всего, 7. Да, 6 пар, я был 7-й, получается. Ой, 3 пары, я был 7-й, вот так, да. Так, куда полетим на этот раз? Не знаю, давайте куда-нибудь подальше, что ли. Куда-нибудь подальше отлетим, чтобы нам, ну, нормально залутаться. Плохо, что оружие... Я могу, в принципе, вот так вот сделать. И вот так лететь вон туда, подальше совсем. Вон там, видишь, чувак тоже так пытается до той тюрьмы долететь. И я пытаюсь тоже. Сейчас. Ну, у него как-то это лучше выходит, что ли, даже. Смотри, он летит прям хорошо туда, да.
Так, ну да ладно, мы тогда сейчас что-нибудь другое займем. Мы вот здесь вот мост этот залутаем, можем вот мост залутать. Да, вот он прям в тюрьму туда спускается, а я пока вот здесь, наверное, полутаюсь где-нибудь. Смотрим, сейчас у меня сзади никого нет. Да, один там есть сзади, чувачело, но ничего страшного. Так, ух ты, а тут чуть пусто совсем. Ну нет, дробовик есть, это хорошо, дробовик, и причем зеленый. Это уже отлично, ребятки. Есть аптечка также, что тоже не может не радовать. Так, ну нам надо дальше с вами бежать. По пути, наверное, будем... Что мы будем лутать? Нам тут лутать-то и нечего. Так, ну ладно, машину хотя бы разобьем, чтобы у нас и железные материалы были. Давай, давай, давай. Вот, отлично. О, хорошо. Так, побежали на мост. Вот, я вижу здесь две аптечки аж. Так, давай, 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 отлично. Заберем эти аптечки, ребят, и в сторону зоны будем двигаться потихоньку. Давай, давай, бери. Есть две аптечки, прикинь. Это вообще супер везуха. Это супер везение, потому что с аптечками... Тихо, тихо. С аптечками здесь в игре вообще полный напряг. Так, вот там я вижу хорошее оружие какое-то. Если я сейчас смогу до туда добраться... Я его себе заберу. Ох, хоть бы ноги не переломать. Так, ладно, хорошо, бежим сюда, вот наверх. Давай, включаем режим строительства, выбираем лестницу. Выбираем металл. Так, сюда, ладно, залезли. Куда еще, куда еще? Давай, давай, сюда. Ну, нет. Ну, выше, строй, строй, выше. А, металла не хватает, да что ж ты будешь делать? Давай, быстро. Быстро, быстро. Быстро, быстро, быстро. Никого нету. Никого нету, ребятки. Нет, я никого не вижу. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Достраивай ты ее. Во, отлично, отлично, отлично. Оп, сюда. Все, 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 все. Мы забрались. Все, у нас теперь есть какое-то там оружие. Не знаю, если мы... Ах, опять такой же дробаш. Ладно, забираем его. Что делать, что делать? Выбора нет. Так, хорошо, бежим дальше. Берем патрончики. Что нам тоже, несомненно, пригодится. Так, тут что? Ух ты, отлично. Есть, есть, есть. Есть оружие, ну, такого хотя бы дальнего боя, дальней дистанции. Так, не забываем, у нас два человека. Один был в той стороне, один был, получается... Где-то там, да, вот в той стороне, правее, нам надо бежать с вами в зону. Зона, в принципе, не так далеко. Да, зона не так далеко. Так, нам надо текать, ребят, дальше. Сейчас зона пойдет, а мы с вами не в зоне, получается. Так, там наверху патроны. Тут ящик. Ух ты, хорошо. Тут хорошо, это ловушка, она пригодится, ребят. Так, ну чё, давайте подолбим немножко. Лишь бы никто не пришел, а пожалуйста. Так, я чё, уничтожил ящик, что ли? Нет. Нет, 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 вот он. Отлично, так, у меня есть оружие. Так, 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 один дробаш выкидываем, забираем вот эту пушку. Так, отлично, я открыл ящик, ах. Патроны. Так, хорошо, вот эта рожбайка получше будет. Надо дождаться. Видал, я уже 15-й. Я уже пока 15-й. В топ-15 зашел. Это уже хорошо, ребят. Но пока ни одного даже не убил. Вот это странно, конечно. О, там кто-то себе строит забор хороший. Так, 14 секунд, сейчас зона пойдет. И мне надо будет бежать. А мне бежать надо будет... Ой-ой-ой, подальше от того чувака, наверное. Я побегу, наверное, вот в эту сторону, ребят. Побегу вот в эту, сюда, в сторону камня. Вот там. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И вот за вот это дерево. Раз дерево, два дерева, которое не в зоне. Так. Кого-то видишь, нет? Я пока никого не вижу. Так, зона пошла. Ох-ох-ох, вон там чувак. Вон там чувак. Вижу, вижу. Да ну его, давай, короче, побежали. Побежали вот так вдоль ограды вот этой. Так, за домами. Вот тут в доме я видел оружие. А, пестоль. Обычный пекаль.
Обычный пекарь, да, ребят. Так, тут ничего нету. Так, тут ничего нигде нету. Короче, бежим, ребят. Нам зона нужна. Нам зона нужна. Она очень далеко. Ох, сейчас ли снайпер будет какой-нибудь. Так, 11-й. До сих пор 11-й, ребят. До сих пор 11-й. Отбегаем хоум. Отбегаем хоум. Это очень плохо, а. Это очень плохо. Давай, 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 чувак, ну же. Ух, я в низине. Мне надо на хоум туда вверх, ребят. Иначе я тут как просто как ходячая цель. Вот, по мне уже стреляет, да, по-моему? Да, так, хорошо, через дорогу могу перебежать, там могу за пальмами спрятаться. Не пальмы, там деревья. Так, 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 вот так, значит, бежим. Побежали, 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 побежали. Побежали, побежали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ребята, так. Давай, давай, строй, чувак. Давай, 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 родной, ну, что ты творишь? Что он творит? Так, давай, строй, дальше, дальше, дальше. О, хорош. Так, все, 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 вот здесь сидим. Здесь сидим, ребят. Так, я не в зоне, естественно. Естественно, я теперь не в зоне. Так, сколько? 8 человек. Все, ребят, я 8-й. 8-е место как минимум у меня. Так, вот там кто-то лестницу понастроил. У меня ни снайперки, ничего нету. Это плохо, это очень-очень плохо. Ух ты, еще кто-то вырубил кого-то, а? Так, так, какой в план? Каков план? Плана я не вижу никакого. Там, по-моему, кто-то сидит, или мне кажется, я вот не знаю. Так, хорошо. Ух ты, кто-то вот тут сверху прям стреляет, ребят. Кто-то сверху прям вот стреляет. Да-да-да. Кто-то сверху прям палит капитально со снайперки. Так, 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 ладно, сидим, 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 пока сидим. Я вот не вижу, есть там кто-то или нет. Нет, по-моему, там никого нет, там кто-то наверх просто поднялся и все. Пока никого не вижу. Ну, где-то вот там, на дереве кто-то сидит со снайперкой. Вот там, наверху. Ох, у меня и позиция. Ох, позиция у меня слабая-то, а. Ладно, что, надо падать вниз и бежать. Бежать 7. Я 7-й, ребят, как минимум. Я, да, знаю, что мне сейчас спину кто-нибудь, что-нибудь стрелит. Так, вот это дерево, а, оно нет, оно не в зоне. Оно не в зоне. Так, бежим, 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 бежим. Бежим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, кто-то по мне стреляет. Кто-то по мне стреляет, ребят. Кто-то по мне стреляет. Так, зона пошла. Зона пошла. Так, мне надо наверх, что ли? Так, 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 так. Давай, давай, давай. Ага, фиг, у меня нету дерева. Нету дерева, ребятки. Просто нету дерева. Ладно, бежим обратно. Так, кто-то в домике есть, нет? В домике кто-то есть? Так, 7 человек, ребят. 7 человек. Ух ты, вон лут. Аирдроп. Так, давай, 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 давай. Ага, убили. Ха-ха-ха. Убил одного. Ну не я, а там кто-то со снайперки, короче. Так, снайперка есть. Давай снайперку забираем. Есть, отлично. Снайперка. А, патронов нету. Патронов нету. Ой-ой-ой, как плохо. Так, ребятки, я пока живой, я пока живой. Ах, убил, да что такое? О, как же я мог так затупить-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, 6-й, ребят, 6-й. Это не лучший результат, конечно, мой, но... Да, я стоял, что-то не знаю, куда я смотрел, что я делал. Надо было мне смотреть за ним, а? Я стоял, что-то думал, непонятно о чем. О чем я думал, не понял. Я патроны искал, думаю, где от снайперки взять патроны. Так, ну что, надо досмотреть, кто выиграет.
Айпу какой-то, молодец. Да, я вот на эту базуку тоже смотрел, думал, взять не взять, взять не взять. Смотрю, народу просто какие пушки, а где они их взяли, я вообще ума не привожу. Капитальные пушки просто, всякие сиреневые какие-то, там вообще мега эпичные. Зона вообще непонятно где, на каких-то холмах, как на этих холмах. Ох, по нему снайпер работает. По нему снайпер где-то работает, да-да-да, где-то... А, вот он, вот он. Давай, 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 давай. Ух, молодец, молодец. Молодец, так. Давай быстрее, сейчас тебя кто-нибудь вырубит еще. В зону беги, родной. Давай, или родная. 4, да? 4 человека, ну, как бы неплохо. Но я ни одного не убил. Ни одного, дошел до 6-го места. И ни одного вообще соперника даже не положил. Это фейл как бы, ну, а вон, бежит, ты что, не видишь? Не, он бежит, наверное, боится, что зона. Он там был справа. Да, тут, короче, кто на гору заберется, тот и выиграл, мне кажется. Надо на гору забираться. Надо древесины очень много, чтобы себе построить. Так, вот. Ага. Там ловушка установлена, я увидел. Давай, давай, строй. Не туда, не туда. Вот, молодец. Хватает у тебя ресурсов? Ну, или так можно, да, отсиживаться. Давай, тут скатишься. Еще давай строй. Вот, молодец, молодец. Еще строй. Еще, вот, хорошо. Так, тут скатишься. Да, вообще, смотри, какая зона. 2 человека осталось. Вот он там строит, видишь? Вот он там строит. То ли внизу, то ли наверху. Нет, он наверху, по-моему, приятель, да. Не видно, где он строит. Вообще не видно ничего. То ли внизу, да, внизу, наверное. Ему древесины, по-моему, не хватило, мне кажется. Вот он. Сейчас туда прибежит. Построй себе что-нибудь. Иначе вниз упадешь. Вниз скатишься. Нет, нельзя так. Вот оно. Есть, молодец. Айпу этот выиграл. Ну что ж, ребят, давайте на этом закончим. Вот такая получилась сегодня вылазка в игре Fortnite Королевская битва. Взял 6-е место, это хорошо. Все, ребятки, с вами был Максим. Всем удачи, всем пока.